Ежедневно сотрудники ГИБДД выписывают свыше полусотни штрафов. Не все водители оплачивают их вовремя. Напомнить о необходимости погасить долг автоинспекторы вышли вместе с судебными приставами. В отделе приставов на исполнении находится свыше 20 тысяч производств. Совместные ряды с сотрудниками ГИБДД необходимы, отмечают специалисты. Одним им не справиться. Упрощают выявление должников. Они тем самым фактически исполняют требования исполнительного документа, оплачивая штрафы за должность на месте. Приставы и автоинспекторы проверили 60 автовладельцев. В момент рейда выявляются от 3 до 5 нарушителей, которые не оплачивают административные штрафы. Уважаемые водители, штрафы нужно оплачивать вовремя. Сейчас существует по главе 12 скидка 50%, которая предусматривается в течение 20 дней. Следующий массовый рейд состоится 28 апреля в рамках всекузбасского профилактического мероприятия «Юный пешеход».